С начала февраля в атомных городах проходит отборочный этап дивизионального чемпионата профессионального мастерства «RioSkills-2022». Десногорские специалисты тоже приняли в нем участие. Всего организаторы чемпионата получили 801 заявку от сотрудников электроэнергетического дивизиона для участия в 21 компетенции. В их числе 53 сотрудника Смоленской АЭС, 17 экспертов и 36 конкурсантов. Десногорцы поборются в 9 компетенциях – каракури, радиационный контроль, охрана труда, эколог, электромонтаж, аналитический контроль, обслуживание и ремонт оборудования РЗА, ремонт и наладка механического оборудования и неразрушающий контроль. Чтобы побороться за звание лучших специалистов в указанных отраслях, участникам нужно пройти отборочный этап, который проходит на всех атомных станциях. Смысл этого отбора – найти кандидатов, которые с определенными навыками могут участвовать в дальнейших чемпионатах. Данный отбор составлен таким образом, чтобы с наименьшим временем определить максимальный потенциал участников. Прежде чем приступить к практическим заданиям, претенденты на чемпионат прошли онлайн-тестирование и собеседование с главным экспертом. Выполненные практические задания и решенные задачи фиксировали на фото и видео и отсылали жюри. Было очень интересно, участвовал первый раз, поэтому очень много всего нового, даже там в аспектах соревнований, там критерии оценки, как рассказывали. То есть я такого не ожидал. Ну, думаю, буду принимать участие в дальнейшем, тренироваться и когда-нибудь, возможно, придем к успеху. Итоговый этап чемпионата состоится в марте-апреле этого года на площадках 5 городов – Удомли, Балаково, Нововоронежа, Екатеринбурга и Чебоксар. Имена специалистов Смоленской АЭС, которые представят станцию на соревнованиях, станут известны после 15 февраля. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.